За минувшие сутки в Югре потушили 5 лесных пожаров, а обнаружили еще 6. Потепление работает не на пользу пожарным. В округе вновь по тайге начал распространяться огонь. Сейчас зафиксировано 24 термоточки на площади 425 гектаров. 3 лесных пожара локализовано, огонь тушат 327 человек. Они используют 5 единиц техники. Но основная работа идет вручную. Патрулируют и тушат возгорание 13 воздушных судов, 6 самолетов и 7 вертолетов. Огонь в основном распространяется по лесам Березовского, Советского и Октябрьского районов, а также вблизи города Нягань. Пожары в основном возобновились. Это горельники, завалы деревьев сгоревших. Понятно, что все это трудоемкая работа. То есть сейчас работа лесопожарных на лесных пожарах направлена в основном не на кромки работы проводится, а по распилу деревьев, по окапыванию, по ликвидации вот этих горельников, которые находятся внутри ликвидированных пожаров. Ни вчера, ни сегодня угрозы перехода на населенный пункт мы не прогнозируем.